Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в Криминалочку на сегодня на ролеплей Центральный округ. Мой ник здесь Кирилл Путболови, не забывайте вводить мой ник при регистрации. Итак, чуваки, сегодня у нас будет очень интересная серия. Кто не смотрел предыдущую серию, обязательно посмотрите, там была серия про черный рынок. И здесь много плюшек классных, которые нам сегодня понадобятся. Мы сегодня купим ключи от ворот военной части и от машин, и также купим военную форму. Я думаю, в принципе, это очень круто, поэтому, пацаны, обязательно ставьте лайки, и кто не смотрел предыдущую серию, посмотрите. Итак, вот этот гурам, у которого мы можем все это купить. Так, давайте, я думаю, в первую очередь купим у него ключи. В принципе, куплю ключи у гурама. Так, все, армейские ключи. Ключи от банка, армейская форма, 30 секунд. Хорошо, сделка, вот твои ключи. Окей. Так, теперь покупаем военную форму. Как это сделать? Я тоже. Так, брат, ты не состоишь в банде и в мафии. Блин, почему? Я не могу этого сделать почему-то. Так, ключи от банка и дверей банка. Отлично. Так, давайте мы тогда поедем банк, в принципе, да? Я думаю, отлично в принципе будет. Ключи от банка у меня есть, пацаны. Армейка, ключи, 300 тысяч секунд. Так, давайте, ну, тогда попробуем проникнуть в банк хотя бы. Я думаю, это будет довольно-таки тоже интересно. Ах да, я сразу снимаю после той серии, поэтому если ваши комментарии не прочитал, то не обижайтесь, потому что я чисто физически это не смогу сделать. Я как бы сразу записываю после той серии, потому что, кто не в курсе, я как бы приболел, и поэтому заранее записываю серии подряд, чтобы они для вас выходили. Поэтому, пацаны, поддержите меня лайками и подписочкой на канал, кто не подписан, чтобы мы скорее добили 13 тысяч подписчиков. Так, так, у меня есть ключи от банка, что я могу сделать? Мне вот это интересно. Так, допустим, ага, я пришел сюда, я могу, типа, пройти сюда. Опачки, тапочки. Так, хранилище банка. Так, вы не работаете в банке, вы не сотрудник. Блин, а я не могу в хранилище попасть, пацаны, прикиньте. Сюда зашел, а попасть именно в хранилище не могу. Видели, дверь просто открылась передо мной. Так, а тут можно дверь как-то открыть или нет? Я просто без понятия. Так, тут раздевалка у них, в принципе, да? А тут дверь заглушка стоит, в принципе, понятно. Так, Кирилл, давайте спросим, что? В принципе, так, охраны здесь никого вообще нету, я так понимаю. Поэтому мы здесь можем делать все, что угодно. Так, я зашел в ихнюю, короче, столовую, пацаны. Блин, это реально круто, то, что можно реально просто купить ключи за 8000 и зайти в банк спокойно, в любой. Как бы я могу полететь в Арзамас и тоже зайти в банк. Работаете? Я не сотрудник, я не сотрудник. Я грабитель, короче, пацаны. Так, ты сотрудник банка? Нет. Я не сотрудник банка, давайте я его выпущу. Мне кредит нужен. Я не сотрудник банка. Я ключи купил на черном рынке от банка. Давайте я допишу, в принципе, что я ключи купил на чёрном рынке от банка, поэтому заебись. Просто заебись, реально, это такая тема, пацаны. Просто можете стоять, типа, знаете, сделать вид. Ну да, это можно, кстати, кого-то обмануть таким способом на деньги, как бы вы же здесь находитесь. Вам как бы переодеваться не нужно, по сути, и так далее. Ну да, я не сотрудник, видите, я не могу в хранилище зайти. Блин, я хотел бы на самом деле зайти в хранилище, но, к сожалению, не могу. Если бы я, возможно, был бы в банде, я бы смог это сделать. Ну а так, пацаны, я просто проникнул в банк, понимаете? Это очень круто, пацаны, тут еще хранилище есть, как бы. Так, стоп, пацаны, я понял, что я все-таки ключи купил от армейки, только я не смог купить форму. То есть мы сейчас теоретически можем сесть в любую военную машину. По сути, оно так и есть, я думаю, да? Ну, не в любую, там, в танк я не сяду, конечно, но от ворот у меня есть ключи и есть ключи от банка. Поэтому давайте полетим, попробуем, в принципе, сесть в любую машину и выехать. И попробуем открыть ворота, посмотрим, работает это или нет. Так, все, я прилетел, короче, на военную базу, пацаны, и здесь пока что нету рядом военных, короче. Сейчас попробую сесть в ихнюю машину. Так, я не буду в БТР садиться. Попробуем сесть в УАЗик и выехать просто. Реально попробуем сесть в УАЗик и выехать. Я смогу это сделать или нет? Служебный транспорт доступен только во время работы. Блин, только во время работы. А я не смогу, да, типа, открыть ни ворота, ни хрена, да, я не смогу сделать. Блин, это печально. Это очень печально. Ну ладно, давайте хоть попробуем добежать и открыть ворота. Я попробую хотя бы, если там кто-то есть, ну пофиг. Так, короче, меня засекли вояки, начали меня уже стрелять, давить меня. Так, я попробую открыть ворота, чтобы убежать. Скорее всего, у меня это не получится, да? Так, он по мне шмаляет. Как ворота открывать, блядь, как ворота открывать? У меня ключи есть вроде. Так, а где тут ворота открыть? Вот это хрень или что? Как там их открыть, блядь? Н. Есть, я открыл ворота. Так, закрывайся, закрывайся, блядь. Закройся, ворота. Иди ты нахер, все. Я закрыл ворота и убежал, пацаны. Блядь, это просто охрененно, пацаны. С вас обязательно лайк. Я просто закрыл ворота и убежал. Блин, он за мной бежит, сука.
Все, он забил на меня хрен и убежал. Блин, пацаны, это было круто, видите? Вот от машины у меня не было, да, из-за того, что, скорее всего, я не смог форуму купить. А вот ворота я смог открыть, и ключом даются, ну, на минут, на час, наверное, где-то примерно, на час вам даются ключи. Я и в банк проник, и на военную базу, пацаны. Ну, с помощью вертолета проник, но все равно я смог открыть ворота, пацаны. Это очень круто. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in.